И в завершении выпуска. Турнир по боксу «Люберецкая перчатка» состоялся в Люберцах. Он традиционно проводится в нашем городе осенью и собирает большое количество зрителей, болельщиков и участников. Вот и в этом году уже в пятый раз за призы благотворительного фонда «Люберецкий квартал» поборолись молодые спортсмены. В этом году в турнире «Люберецкая перчатка» принимают участие спортсмены из Москвы и 17 городов Московской области. Судьями соревнований стали профессионалы всероссийской и международной категории. Как отмечают сами организаторы, интерес к этому виду спорта только растет. Каждый год у нас количество участников увеличивается прям пропорционально каждому году. Вот, старшие, младшие, юноши. Вот, это у нас идет внутренний отбор. Мы смотрим, какие боксеры у нас есть, кого можно выставлять на областные соревнования. Участникам турнира уже есть на кого равняться. И это не только звезды мирового уровня. Для дальнейшего развития и популяризации этого спортивного направления в Люберцах в этом году помощь в реализации турнира оказал благотворительный фонд «Люберецкий квартал». Фонд занимается благотворительной помощью, тем, кто в ней нуждается. Это ветераны, это инвалиды. В том числе фонд «Люберецкий квартал» активно поддерживает спорт в Люберецком районе, потому что мы считаем, что спорт – это то, что поможет нашим молодым людям сделать правильный выбор жизни, правильно воспитать самого себя. История бокса уходит своими корнями в древние времена и по праву считается благородным видом спорта. Так и на этом турнире всем известные высказывания «Главное не победа, а участие» поддерживают и сами спортсмены. В первом раунде мне подсказали, надо было доработать, чтобы сразу закончить, чтобы боль дальше не трудиться. И мне соперник попался легкий. У него был первый бой. Турнир продлится 3 дня, где на торжественной церемонии закрытия награды найдут своих победителей. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.